Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш объектив с установленным одуванчиком и про ваш одуванчик для Гелиос 81N. На моем тестовом объективе он приклеен на двухсторонний скотч. Вот смотрите, одуванчик установлен на ваш Никор 135 мм. Когда получите, пускай он еще немножечко постоит, подсохнет. Сейчас я вам покажу его работоспособность. Аккуратно вставляем в камеру. Диафрагма выставлена на 32. Вот смотрите, одуванчик показывает все диафрагмы. Все время съемки диафрагмы на объективе 32. На объективе, на камере вы выбираете ту, с которой будете снимать. Режим работы AFS. Вот. Здесь все диафрагмы никоновские, поэтому проблем с поправками, как на Гелиосе 81, не будет. И одуванчик для Гелиоса 81N. Вот. Одуванчик для Гелиоса 81N запрограммирован от 2 до 32. Чтобы отработать диафрагму 16 на объективе, нужно в камере сделать 32. Таблицу поправок я вам вышлю, ссылку на видеоинструкцию по установке тоже вышлю. Сейчас я это все постараюсь быстренько упаковать. И возможно, оно уедет еще сегодня. Спасибо за внимание.